Всех приветствую. О, лето началось прям, а? От души. Так, мы уже в работе все. Да. Как всегда, времени мало, работы много. Так что давайте коротко о главном. Утро побежали, были дела. Вот, и времени остается очень мало. Поэтому что успеем, то успеем, как говорится. То все наше. А? Так, чем мы занимались? В том ролике мы купили наш цоколь с помощью армирующей сетки и клеем. Баряныч, прораб, иди. Чего ты? Пойдем. Вылази, хватит там спать. Чтоб наш пеноплекс был защищен, он пришел. Теперь что у нас? Да, теперь прораб у нас, и все попрет, дела пойдут. Все будет отлично. Вот, как вы видели, сделал я просыпку вот нашим отсевом. Отсев вот такая крупная фракция, вот, состоит из мелких камушков, тем самым будет выступать в роли дренажа. Уже говорю, что мы здесь отмостку заливать не будем, потому что у нас здесь будет, все верно, ленточный фундамент под нашу террасу. Самым вода будет лить, дождь будет идти, сразу глиной не хотелось засыпать, вот, чтобы вода там не тормозилась, не останавливалась возле нашего цоколя, а вот вниз опускалась, проходила свободно через наш отсев и по пеноплексу стекало. Сыпал слой небольшой, сантиметра 3, наверное. Вот этого достаточно. Теперь мы все это дело засыпем вот этим грунтом, который у нас лежит полностью. Если нам не хватит его, вот я уже говорил, то мы заберем грунт, который находится у нас во дворе. Вот он нам здесь не нужен. Потому что мы здесь тоже сделаем. Также все отсевом засыпем и зальем стяжку. Ну, сегодня, как говорится, нет таких сложных задач. Вот, кидай. Закончу уже опять вопросы. Куда, зачем, что стоит, почему. Ну, красиво же, посмотрите, а. Это же память, представляете? Я вот смотрю на нее и помню, да, сколько работы я проделал. Это серьезно, я уже говорил, что эта куча уйдет у нас вся. Будем засыпать наш фундамент, вот, который пойдет под террасу. Он будет не маленький. Вот представляете, дом у нас длина. Ух, я уже длину не помню. Ну, здесь у нас получается. А, так, у нас рулон был. Чек. Ну, 10 метров, можно так сказать, да? На 4,40 квадратов терраса. И вот эта кучка. Вот здесь она вся. Поместится, мне кажется, еще даже мало будет. Но посмотрим. Но опять же, если останется, в любом случае оно еще уйдет у нас. У нас много еще проектов. Раз заходил я на огород. Не успел я все свои дела сделать, но кое-что сделал. Наша клумба
Да. Тут есть маленькие изменения. Сейчас расскажу. В общем, бархатцы, которые были в огороде, мы их перенесли все сюда. Сейчас объясню, почему. Вот оно у нас просто уже цветет. Вот этот и вот этот. Вот. А больше мы сюда, по-моему, ничего не переносили. Насчет подорожника. Так, сказали, что он тут разрастется, сильные корни, убери его, не знаю. Я хочу пока его оставить, убрать можно в любой момент его. Вот, пока пусть так будет. Но нравится, нравится. Вот, поэтому здесь вот такая маленькая зона образовывается. Клумба, натонная клумба, чтобы здесь были цветы. Вот, огород, пусть у нас будет огород. Хотя у нас на клумбе и огурцы растут. Да, вот, ну, сейчас я же говорю, я поясню. Почему-то здесь мы все полили, все хорошо, все отлично. За балконное чудо сказали, безумно вкусные помидоры, очень сладкие, дети просто обожают. Это самый главный плюс. Вот. И, во-первых, их удобно в салат, мне кажется, применять. Да, вот такие мелкие, они удобные. А вот и на пиццу, представляете, пицца какая будет вкусная. Вот с ними, поэтому я не знаю, может в следующем году даже еще больше посажу. Если честно, я бы вот этот пятачок весь под балконное чудо отдал бы. Весь прям, вот практически, да. Они бы здесь спокойно росли, они были бы низкорослые, не мешали бы они. Вот, поэтому, ну, посмотрим. Каждый год что-то мы новое применяем. И тут, ба-бам! Да, все верно. На место бархатцев я пересадил наш базилик. Если честно, я не знал, куда его посадить, но на самом деле не знал, потому что ему все-таки нужно солнце. Сначала планировал, может быть, вот сюда его посадить, но здесь такая теневая сторона. Думал все эти цветы перенести туда на клумбу, потом думаю, ну ладно, пусть цветы пока остаются. Посмотрим, как они себя здесь будут чувствовать. Если плохо будет расти, то мы их перенесем. А базилик, как вы видите, он в помидорах, ну, вообще не рос. Все, ну, не давали помидоры ему. В том году он рос вот здесь. Вот, вот возле колодца. И он здесь прям шикарно рос вообще. Вот этот синий вообще просто аромат. Пушка-бомба. И в салат его объедение просто. В общем, раз, два, три, четыре, шесть кустиков. Ну, хватит с головой. Вот эти неплохие кусты, они уже идут. Прищипку делаю, да, они разрастаются отлично. Взял кое-какие томаты. Вот сильно начали расти. Вроде низкорослые покупал. Но не знаю, что-то они у меня прут здесь. Что-то я не пойму, по-моему, это какие-то мутанты. Ну, ну, черри, понятно, они еще подумаются, там и 2, и 3 метра. Вот. Ну, а вот эти, посмотрим, это у нас два ряда желтых, потом пушистики, там красные, розовые какие-то, мясистые. Вот. Огурцы мы тоже чуток пропасынковали, но не сильно, да, оставили те, которые нам нужны. Вот он наш, помните, огуречек. Палка-палка, огуречек, вот и вышел тело. Вот, да-да, я же говорю, недельку, и у нас уже будут свои огурцы. Единственное, нужно будет их подкормить. Вот эти крайние хорошо, а вот в промежутке, я вижу, немного нужно. Вот, и разок, возможно, еще баклажанчики пройтись. Вид у них немного бледноватый, видите? Вот, они не такие ярко-сочные, к примеру, как перцы. Видите, вот балконное чудо. Да и томаты, они вообще себя прекрасно чувствуют. Томаты я уже очень давно не подкармлю. Давно. А зачем? Ну и так растут прекрасно. Вот мы за это и разговаривали, да? Нашатырный спирт, то, что если чрезмерно его лить, зачем? Ну, растение прекрасно чувствует, ну и пусть растет. Поэтому здесь, в принципе, у нас все. Таковых изменений у нас не ожидается. Ну, я же говорю, не успел все подвязать, еще зайду. Вот, вечерку. Потому что времени бывает просто катастрофически не хватает. И нужно будет наши розы подкормить. О, я думал, вчера жарко было. Не-не. Оказывается, сегодня самый-самый такой Ташкент будет, да? Фу, поэтому, друзья, еще раз говорю, времени мало. Я уже знаю, где тень, уже знаю, сколько мне осталось работать. А работать осталось немного, уже видите, на кучу заходит солнце, поэтому нужно быстрее приступать к работе, я же говорю, туда-сюда, и все, наше время подходит к концу, здесь у нас будет пекло. Что там, водичка есть? Кваску для рывку? Привет, мадам. Привет. Свежевыжатый сок сделай. Этот лайм, там вот этот чики-чики-чики я сделал.
Так, все, друзья, мы погнали работать. Вам приятных просмотров. Да, оставайтесь с нами. С нами, как всегда, интересно. Вперед! Ух, ёшки, хорошо идет, а? О, жара! Ох, сейчас бы, может, пойти на озеро нырнуть разочек, а? Свежиться можно было, кстати, да? Так классно, когда все ровно, ничего нету, никаких кучек. Ни о что не спотыкаешься, все прям, все как надо, а? Красота! В общем, нормально идет, засыпаем потихоньку. Все хорошо, но она еще с учетом утрамбуется, осядет здесь. Вот, и мы тогда еще со двора довезем землю. Хотя ее можно уже везти сюда, сверху насыпать. В этом ничего страшного такого нету. Надо что-то думать насчет бассейна. Потому что детский маленький есть, его нужно заклеить. Но мне кажется, надо побольше, поглубже поставить. Вот, чтобы не только детям, но и мы, взрослые, могли в бассейне вечерком покупаться. Вообще, по-моему, будет нормально. Заметы многие переживают, попросили ее пересадить. Ну, конечно же, я пересажу ее. Возможно, не всю. Вот нам столько не надо. Вот на место, наверное, клубники туда куда-нибудь. Вот, честно, клубники там не место, там очень жарко, пыльно. А вот, клубничку что-нибудь придумаем, мы в другое место пересадим. А мету, да, пересадим обязательно. Поэтому все, погнали. Кваску для рывку и вперед, да? Вы с нами? Это хорошо. Погнали.
больше. Всем привет, что-то я так близко к камере, прям как будто... Хорошо, твою красоту должны видеть все, понимаешь? Это говорят, почему Наталью не видно, почему прячете? Друзья, никто не прячет, у нее есть свой канал, где она показывает всю свою красоту, да, ну и, как говорится, природную красоту и красоту ее рук, что они делают, вытворяют на кухне. Ой, канал «Домик у озера», друзья. Не, просто, знаете, когда ведешь два канала, невозможно снимать одновременно, да, постоянно. И плюс еще сейчас у нас заморочки вот насчет работы. У нас нет, работы. у нас знаете как, мы же когда выезжаем, и каждый себе пытается что-то отснять. Ну да, он себе. И потом есть, получается, кто первый садится обработать, начинает тыбзить видео. Он, вот то, что я сниму, допустим, да, он мне говорит, да, мне это видео. И он каждый раз забирает, и мне приходится рассказывать. И не дорассказала, что сейчас в поисках мы, как сказать, ну, нового бизнеса, так скажем, да? Пока работы. Ну да. О бизнесе еще рано говорить. Те рынки, которые были у нас под рукой, то, что мы могли пользоваться, к сожалению, это все сейчас закрыто, перекрыто. В общем, и логистика сейчас плохо работает, непонятно, как доставляют, и цены взвинтили. И работать там получается за копейки. Ну, вот, поэтому, да, сейчас первым делом работа, а потом мы уже будем пробивать свои планы, смотреть, что куда. Единственное, у нас есть в думках посетить Москву. Нет, не в плане отдохнуть. Да, сейчас о отдыхе вообще... Даже... Все же мы хотим доехать, давно мы хотим, если честно, очень давно побывать, я уже говорил в видео, о базах Москвы, на рынках. На садоводе. Садовод, есть еще какой-то большой рынок в Москве, поэтому кто нас смотрит, вот, возможно, будет интересно от вас что-нибудь услышать информацию. Как добраться, откуда, с какого аэропорта, на чем ехать лучше, потому что на такси, говорят, там просто можно вообще сразу чемодан денег готовить. Ну, я вроде слышал, я не знаю, правда или нет, но, по крайней мере, это еще было, ну, как сказать, давно, да, ну, прилично, что этот. А садовод прям бесплатные маршрутки ходят по городу, и можно сесть и доехать. Вот, ну, и, соответственно, мы же не на полдня поедем, потому что мы останемся там с ночевкой, нужно будет походить по рынку, посмотреть товар, вообще пообщаться с людьми. Рынок для чего? Как бы все стандартно. Рынок – это продукция, это товары разного потребления, вот, и, возможно, нас заинтересует какой-то определенный товар. Может, товары. Товары, какая-то категория, мы еще даже не знаем. Как бы изучать рынок очень тяжело вообще, да, и понять, что нужно потребителю, вот, как это преподнести ему, как это ему дать, вот, чтобы он это взял. Ну да, потому что сейчас, сами понимаете, Wildberries завален просто, и сейчас нет работы, и люди пытаются все туда залезть, и Озон тоже самое. Ну, хочется, знаете, не просто, как бы, чтобы это были какие-то хвалебные отзывы о данной продукции. Да, хочется... Дай бог, чтобы она у нас появилась, это была наша продукция, возможно, даже наш бренд какой-то, кто его знает, да? Хочется преподнести интересный, качественный товар. Именно качественный, да, он будет полезный. Не просто так ты будешь рекламировать, да, что-то. Да, вот покупайте именно... его. Да, да. Этот, а именно вот, чтобы все наши 60 тысяч подписчиков купили его. Ну, это будет очень хорошая помощь, да? Да. Ну и, конечно же, с минимальной наценкой, с минимальной, вот. Просто, если честно, так смотришь на рынок и понимаешь, почем покупается товар, приобретается. Я понимаю, там логистику, там все накрутки, что-то куда-то. Но бывает просто цена такая космическая, я не знаю, от чего люди ее просто ставят. И в 3-4 раза завышают. Но я знаю, что бешеная наценка, ну сейчас поменьше, это игрушки идут. Игрушки... В одно время можно было делать наценку 500-600%, не удивляйтесь. Их можно было покупать за копейки реально, а продавать за уже хорошие рубли. Также канцелярия, это тоже громадные деньги. Я знаю, у меня знакомый,
канцелярия, да, это же наши ручки, тетрадки там, вот. И по факту, ну там себестоимость не такая большая остается с товаров, да, там с некоторых копейки даже. Но при том объеме продаж товаров эти копейки превращаются в интересную сумму, вот, и она уже получается такая приятная, да, знаете как. Копеечка копеечки, раз, рублик, рублик рублю, уже тысяча, вот, и так далее, так далее, и так далее. Поэтому нужно, нужно что-то думать. Вот. Не просто говорить, ой, давай что-нибудь придумаем. Вот, давай. И ты сидишь. Нет. На самом деле, друзья, это очень, очень сложно и морально, и психологически, и вообще сложно изучить весь рынок. Это вот на самом деле, это люди обращаются к экспертам, к школам, да. За это платят громадные деньги, они им советуют, какие продукты предоставить на рынок, как войти, вот, что нужно. В принципе, мы с этим всем знакомы, потому что мы продолжительное время, ну, наверное, лет 10 занимались торговлей, занимались логистикой, мы знали товары, да, что... Что идет, что не идет. Да, какую наценку можно сделать. И поэтому у нас есть кое-какой опыт. Но все равно этот опыт, он ни о чем не говорит, если вы прекращаете торговлю. Если вы торговали даже 30 лет, пускай, да, с самого рождения, и вы просто не торгуете буквально год, полгода, все, этот опыт вам уже не нужен. Все, рынок меняется каждый день. Каждый день меняется рынок, каждый день идет какая-то конкуренция, выпускается новый товар, лучший товар. Вот. И весь рынок, его нужно изучать каждый день. Если вы этого не делаете, просто поймали какую-то тему, вам фартануло, и вы продали кое-какой товар, то здесь так не получится. Вот. Здесь нужно изучать это каждый день, поэтому это целая наука на самом деле, друзья, без всяких. Да? Сейчас я хлебушку заберу, и мы продолжим. И поэтому... Когда вы думаете, что, о, смотри, сколько же он продал, к примеру, там, ну, не знаю, там, возьмем кресел или там сумочек каких-то, молотков, инструментов, разницы нету, вау, там, пускай он даже миллион продал, да, он думает, о, я сейчас тоже это куплю и тоже начну продавать. На самом деле это не так все просто работает. Это раньше работало, когда люди ходили на рынки, они не знали, что это такое интернет, они приходили и ходили по рядам, и где их... Более-менее выгодная устраивала цена, соответственно, всегда на рынке был торг, это приветствовалось, да, многим это нравилось, торговаться, и каждый шел туда, и когда там, к примеру, вау, я сегодня, знаете, там сэкономил 1000 рублей, и казалось, вау, как это все круто. С появлением интернета, с появлением больших рынков, оптовых сетей, вот, все стало, конечно же, по-другому. Это то же самое, ну, не то же самое, ну, такой маленький пример, хотя он к этому вообще никакого отношения не имеет, но все же есть в этом какая-то связь. Насчет вот YouTube-канала, да? Бываю, общаюсь с людьми, они говорят, ну вот, я тоже, наверное, завтра открою, вот, начну вот перед камерой ла-ла-ла просто разговаривать, и у меня тоже будут подписчики. Это заблуждение тоже очень большое. Что, когда вы смотрите на человека, у вас одно понимание того, что вы думаете, а он просто болтает весь день на камеру, ничего не делает, его смотрят, друзья. Нет, каждый зритель, он со своим интересом смотрит, он туда не просто так пришел, и вот эту аудиторию, ее нужно удержать, удержать. Также тот рынок, вот, тех покупателей, которые у вас будут, их нужно удержать. Если вы их удерживаете, у вас, соответственно, увеличивается ваша база, ваши покупатели, вот, также и ваш канал, да, чем он становится больше, тем вам лучше, соответственно, правильно? Вот, и в материальном плане, и вообще в душевном, и здесь тяжело, так же, как и вести канал, развивать его, и, а торговля, так это вообще, честно, это целая наука. И на самом деле, да, это не просто так. И когда вы говорите, расскажи что-нибудь, чем вы занимаетесь, про ваш бизнес. Друзья, мы же не можем вам сказать, вот знаете, есть там, к примеру, Вася, вот, у него есть такой-то товар, вам нужно сделать то-то, то-то. На самом деле, даже если вы узнаете, где этот Вася, и что там находится, и тот товар, этот товар вам нужно еще реализовать, продать. А кому вы его будете продавать? Где этих клиентов найти? Вот в этом заключается сама сложность, да, понимаете? Есть два одинаковых товара, одинаковых, но продают по-разному, понимаете? По-разному преподносят.
Вот. Поэтому здесь, если честно, я думаю скоро открыть свой курс. Друзья, ну сейчас все курсы открывают, поэтому недорого. Зак, ты сначала начни вообще что-нибудь. 1030 курс стоит, 100 человек купят. Не, если честно, сейчас вот смотришь курсы про Wildberries, реально вот такие цены. Друзья, если что-то у нас получится, обязательно мы с вами об этом поговорим. Я без сомнения, я вам помогу, расскажу. Возможно, даже научу чему-то, да? Вот, но пока просто на словах ла-ла-ла-ла-ла и там какие-то картинки показывать, нет, меня так не устраивает, я не хочу людям, знаете, впаривать пыль какую-то в глаза пускать, да? Это нет, не пойдет. Должен быть какой-то толчок, в любом случае какой-то процент. Если мы вам рекомендуем что-то определенное, соответственно, от этого должна быть польза. Вот, не только нам, но и вам. Вот, вы должны, значит, начинать развиваться, начинать торговать, вот, улучшать свою жизнь и прочее, прочее, понимаете? А если просто так, ну, от балды впаривать, ну, это не совсем, наверное, будет хорошо. Ну да, как сейчас, видео открываешь, да, про Wildberries, люди начинают рассказывать, как и что, а сами там не торгуя, как можно рассказывать то, чего ты не знаешь совсем, да? Да, конечно, не знаете, это подводные камни, это просто... Помимо торговли, то, что есть также бывают проблемы с товаром, брак, прочее, возвраты, недовольные клиенты. Да. Это вообще жесть. Тут даже вот хейтеры рядом могут даже просто не стоять, которые на Ютубе встречаются, самые жесткие, да. Вот, бывает просто, вот просто клиент бывает, извините, пожалуйста. Да. А с другой стороны, клиент всегда прав. Вы не можете, понимаете, что-то. С ним спорить. Да, потому что это. Ваш бизнес, это ваш авторитет, это, понимаете, и здесь нужно все вот сглаживать, понимаете, это вот, это честно, да, это большой риск. Риск, но риск дело благородное, здесь можно проиграть, просто в ноль пролететь, могут вас, извините, пожалуйста, кинуть просто так. Вы можете выйти не на того поставщика, он может вас обмануть, вы можете сделать ему предоплату просто так. Он может забрать деньги. Было случаев громадное количество. Громадное. Когда мы оплачивали товар, мы его не получали. Вот. Либо заказывали одно, приходило совсем другое. Поэтому, друзья, не все так вот прекрасно и здорово, да. Получается, я вам так скажу, из 100 начинающих, да, которые даже с деньгами к этому грамотно подходят, из этих 100, ну, человек 5, возможно, выйдет, да, и у них получится. Это жесткий рынок, очень жесткий. Все по-жесткому должно быть, да, уже по-взрослому. Поэтому мы уже подъехали к нашему дому. Я надеюсь, вам интересен был этот разговор. Вот. Да, и напишите вообще, к чему мы начали, насчет Москвы. Напишите, как и что вообще. В общем, напишите, кто в Москве, как, ну, вот, с аэропорта. Правда, мы даже не знаем, какой аэропорт. Домодед, там же не один, да? Ну, конечно. Как с аэропорта лучше добраться до вода? Вот, какое выбрать такси местное, да, недорогое, либо я на самолетах еще ни разу не летал. Не так страшно. Зато здесь 2.5 или 3 часа, да, ну ничего, между прочим, самолеты, по-моему, самое безопасное, вот этот, как сказать. Да у нас тут продавцы летают каждую там неделю-две. Я знаю, да, там все летает, что-то какая-то записка ворот. Давай на нас заедем, а то у нас там... Ну как, да продукт? Нет, немного там. Немного? Нет. В общем, мы в светофоре были, там ничего такого нету. Я наш атерный спирт купил еще себе, пару бутылочек. Пусть будут, пусть лежат, потом, знаете, вот когда надо будет, у меня не будет. Салфетки мы взяли бумажные, я вам советую, классные. Классные коврики я на мышку купил. Все, мои эко-коврики закончились, картонные, я всех продал на Озон, на Wildberries. Кому не досталось, пишите, у меня картона еще много, я могу этот, если что, их этот вам выслать. Поэтому, друзья, не все так просто, мои дорогие, не все. Ну ничего, как говорится, удача любит упорных, упертых, вот, рискованных людей, вот, и, конечно, это все нужно думать, нужна быть голова. Одна хорошо, две лучше, 10 это вообще прекрасно. Вот, ну все возможно, и у вас все тоже получится. Так, все, погнали домой. Угу. Я еще не показывал, что у нас там, я все сделал, засыпал. Вот, и обязательно это все покажу, и мы там подведем маленькие итоги, возможно, что-то мы добавим к данному разговору. Угу. Погнали. Ух.
сегодня, по-моему, рекорд. Рекорд жары. Вот, надо какую-нибудь белую кепочку купить. У меня была такая сетчатая. Вот, надо такую же найти, чтобы голову не пекло и все было по красоте. Так, ну что, классно, да, когда ровно? Не хочу на жару выходить, здесь под абрикосой стою. Вот. Надо дверь закрывать, кондиционер я включил. В общем, вот так мы все разровняли. Посмотрите, да? А? Красоте. Все хорошо. Все ровненько. Все здорово. Вот. Сейчас мы закроем. Вот так. Все будет у нас чики-пуки. Баряныч, жарко, да? Жарко, жарко. Домой пойдем? Пойдем, а то жара такая. Пойдем. Кто в возрасте, кому нельзя на солнце находиться, такую жару дома находитесь. Ну а кто работает на такой жаре, конечно, берегите себя, потому что тут ты, какое бы здоровье ни было, ну это вообще, я, если честно, вообще не понимаю, что, как я в том году заливал этот кухню-гостиную. Вот жара стояла бы, у меня вообще нереально. Бетон горел, мы его постоянно поливали. Вообще жесть, просто жесть. Да, пупсик? Угу. Пупсик. Чего вы, говорит, постоянно зай, не зай? Друзья, да у нас все есть. И зай, и душа моя, там, и муси-пуси, миленький мой. Я танцую вся во вкусе. Поэтому у нас тут полный романтик. Поэтому, друзья, было как-то так. Рассказали вам о наших планах. Вот такие у нас планы. Поэтому скоро ждите, у нас выход, вот премьера будет новой книги. Новой книги, так сказал, как будто я их столько выпустил. Есть какой-то интересный опыт, вот почему бы им не поделиться. Вот, если это поможет людям, то запросто. Да? Поэтому все, через полгода на моем канале все будут у нас предприниматели, бизнесмены. Вот, да и просто хорошие люди. Я надеюсь, вам ролик понравился. Если что-то было прям интересно, пишите. Обязательно мы соберем вопрос. Я уже говорил, будет стрим. Друзья, да, программу я там что-то не могу настроить. Вот эту по стриму, не знаю, вот настроить. Да не то, что не могу, времени не было. Но один день я сяду вот и сделаю это, как рейлинг на кухне. А я еще не повесил. Уже год еще не прошел. Вот. Ну ничего, я соберусь с мыслями, с силами и обязательно это сделаю. Обязательно. Мы погнали обедать. Обед у нас, как всегда, вкусный, прекрасный. Да, вкусняшки от Наташки. Еще раз напоминаю, кто хочет посмотреть ее прекрасные мастер-классы, то, пожалуйста, на ее канал «Домик у озера». Следок мы вам, как всегда, пожелаем всего самого хорошего. Конечно же, крепкого здоровья, мои хорошие. Мотивируйтесь вместе с нами на хорошие дела. Вот, улучшайте свою жизнь, чаще улыбайтесь. Будьте здоровы, пусть, как всегда, у вас все будет хорошо. Но мы надолго не прощаемся, скоро мы с вами обязательно, да, увидимся. Всем счастливо, да, всем пока. Берегите себя, берегите. I'll be dancing on my own tonight. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that hurt. Words I spoke, I've been saying many things that are hurtful.